Сегодня у нас праздник 1 сентября и открытие школы в честь преподобной Фросини Полоцкой. Наш оркестр играет лихо для своих ребят, и не скажешь ты, что тихо голоса звенят. Школьный праздник наш в разгаре, все пустились в пляс. Мы сегодня все в ударе, весело у нас, чтобы праздник был веселый, подпевай, родная школа, наш веселый смех. Пусть несется дальше всех, пусть летит и смех, и снова прямо к площади Свердлова за оконный ряд, где огни Кремля горят. Всего у нас 14 человек сейчас в первом классе. Конечно, собирались не так сложностями, потому что кто-то ушел, кто-то в самый последний момент, новые дети пришли к нам. Ну, я думаю, что учеба у них должна быть интересная. Лично я вспоминаю школу как какой-то ужас. И очень многие, когда как радовались дети, я помню, карантин, грипп, мороз, понимаете? Слава Богу, в школу не идем. Но если такое отношение, так зачем учиться тогда? Поэтому хочется, чтобы действительно дети плакали, если карантин. И плакали, потому что сегодня занятий не будет. Потому что им здесь должно быть интересно. Они должны сюда хотеть идти, потому что их здесь ждут. И их здесь понимают. И с ними здесь разговаривают не как свысока учитель, вот надо так, а как с равными, понимаете, как с личностями, как с людьми взрослыми, которые, конечно же, должны чему-то научиться. Каждый день у нас будет начинаться с молитвы, кроме вот в среду литургия. Во все остальные дни такой небольшой молебен. Вот. И еще у нас будет урок особенный, будет он называться «Уроки нравственной чистоты». Вот, который будет вести Инки Нинина Загорская. Надеемся, что, может быть, будет 2 класса на следующем году. Слава!